Так, Жемчужный замок, новая миссия, здорово всем. Старт. Операция «Жемчужный замок». Наркобароны взяли в заложники сотрудников королевской полиции Каймановых островов в частном поместье. Кабинет правительства просит у вас помощи в разрешении этой ситуации. Ваша задача – захватить поместье и освободить офицеров полиции. Похоже, что брать заложников становится модным на Каймановых островах. То, что мы видим, поместье парня по имени Никола Госпик, которому местная полиция хотела задать несколько вопросов о стычке в аэропорту. Это должно было стать обычной рутиной, вроде «Вы не видели ничего подозрительного?». Но ответ они получили совершенно необычный. Госпика дома не было, но кое-кто там был. Когда эти ребята увидели полицию, они запаниковали и открыли огонь. Офицеры, которые уцелели в первой схватке, отступили и вызвали по рации подкрепление. Но двое полицейских уже убито, и еще парочка была взята в заложники, теми, кто находится в доме. Так как мы все еще находились неподалеку, губернатор попросил, чтобы мы помогли разрешить эту ситуацию. К счастью, Госпику нравится одиночество, поэтому поместье окружено забором и находится в центре пустоши. Поместье, которое вы будете освобождать, принадлежит человеку по имени Никола Госпик, одному из самых популярных людей на Кайманах. Госпику уже за 80, и он что-то вроде филантропа. Еще у него есть обширные деловые интересы по всей Аргентине и Бразилии, и если верить разведке, сейчас он как раз занимается ими в Буэнос-Айресе. Он выбрал очень удачное время для поездки. Мы можем почти безошибочно предполагать, что люди, прячущиеся в поместье Госпика, связаны с наркотеррористами, которых вы прикончили в аэропорту. Пули, которые эксперты по баллистике извлекли из одной из полицейских машин, соответствуют тем, которые использовали террористы в аэропорту. Даже более того, власти Каймановых островов опознали двоих стрелков в доме. Это мелкие наркокурьеры, которые, по слухам, недавно хвастались, что они скоро сорвут большой куш. Ага. Так, приказы. Ваша задача – захватить поместье, освободить взятых в заложники офицеров. Заложники находятся в противоположных концах поместья. Один из офицеров полиции держится в ванной хозяина, второй – в домике для гостей. Вывести этих заложников довольно просто, но вот выбраться до них, добраться до них довольно нелегко. Да. Ладно, давай. Ну, сейчас я все наберу тут, что надо, оружие какое, и возмолю. Так, вроде все настроил. Так, сохраняем план. Сюда. Да. Сейчас возмолю, потому что она вылетит, все нахуй. Сейчас все, вот, заканчиваю запись, сейчас возмолю. Не забудьте заглянуть в бассейн и вымыть окна. Да, пошли. Я крепок с одним отрядом иду. Враг убит. Самбо убит. Враг нейтрализован. Танго убит. Угроза устранена. Угроза нейтрализована. Атак. Враг нейтрализован. Никого. Помогите! Танго убит! Танго убит! Убить, убить, убить его! Угроза устранена. Что, вообще дурачки, что ли? Угроза устранена. Все нормально. Так, это выход наружу, мне уже не надо.
Никого нету. Угроза нейтрализована. Дурак, что ли? Так, вот если... Пусть боты, ой, эти, корефаны мои зачистят. Открыть и зачистить. Давай, сейчас. Давайте, пошло. Я... Враг уничтожен. Чисто. Открыть и зачистить. Выполняется. Пусть тоже работает. Что, я один, что ли, буду? Пусть тоже вникают, но. Что такое? Танка нейтрализован. Сюда. Чисто. Я здесь. Быстрее за мной. Вы подожди. Пожалуйста, побыстрее. Так, нормально. Рана. Да. Тихо. Тихо, 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 сука. Танго убит. Хорош. Задание успешно завершено. Да? Отличная работа, ребята. Отличное задание завершено, пацаны. Все заебок. Как профессионал я. Рис. А, потом все серия.